причины и последствия детского травматизма на железнодорожном транспорте, какая работа проводится по профилактике, ответственность родителей и административные штрафы за оставление детей без присмотра. Смотрите программу «Город С» 1 апреля, 18:15. Гости в студии: Алла Нечесова, начальник отдела по делам несовершеннолетних Средневолжского линейного управления МВД России на транспорте, и Юлия Макова, помощник Куйбышевского транспортного прокурора.